когда созревают деревья марупы, в их жизнь вносится небольшое разнообразие. Плоды марупы чрезвычайно вкусны и доступны для сбора. Вам придется проявить либо проворство, либо силу, чтобы получить вашу долю. Но через несколько недель оставшиеся плоды марупы перезревают и падают с деревьев. Гниющие плоды становятся доступными для всех. Съеденные фрукты начинают бродить и превращаться в могущественное варево. От них начинают болеть животики, и по пути домой случаются неприятные ситуации. С наступлением ночи наступает мир. Блаженный мир. Yeah.